продолжаю проходить механикуса. В общем, как-то серьезно задерживаться не буду, сразу перейду к прокачке. Докачаю вот этот вот эффективный ремонт. У меня как раз... как раз будет мои целительные когти лечить на 4-6 очков здоровья. Этого как бы более чем достаточно, чтобы подлечивать сервиторов. Ну и в общем-то, в принципе, себя самого. Вот. Так, что еще из заданий? Из заданий было несколько вариантов. В общем, скрытого пока нету. Был вариант вот этот вот, чтобы взять авангард с Китария 2 уровня и Магаса. То есть я, ну, еще одного техножица я хочу как раз эту ачивку все-таки выполнить. Поэтому выбирать можно было из этого уровня и вот этого уровня, да, то есть увеличение шкалы познания еще на 1. То есть я пришел к выводу, что, наверное, магас там не особо не нужен, а вот прохождение шкала более подходящий вариант. То есть я, наверное, буду вот этот уровень проходить. Так, что еще? Можно смело переходить уже. Но, в общем-то, еще один вариант. Я посмотрел, что нужно сделать, чтобы прокачать гимн, который дает энергетический урон увеличить. То есть это нужно использовать 20 гимнов, чтобы добраться до 3 уровня. То есть я сейчас постараюсь по максимуму эти гимны использовать, то есть чтобы все 3 гимна, которые у меня есть, к концу миссии были использованы. То есть чтобы была возможность, допустим, вот этот гимн я оставлю, а вот этот заменю на энергетический. У меня будет довольно обширное разнообразие возможностей уничтожения противников. Так, вроде все есть, ничего такого нового на магаса цеплять вроде не стоит, можно смело высаживаться. Так, два источника битв. Нужно как можно быстрее тут все продумать. Так, один символ я точно посмотрю. Одну битву тоже довольно быстро сыграю. И потом уже буду вот здесь, вот когда находиться, буду думать о том, куда пойти. Захватить ли еще один символ, или может быть даже два. И потом уже на последнюю битву пойду. Так, по поводу символов. Кстати, вот этот символ, он тоже дает черный камень. Ну, наряду с этим. То есть я, наверное, его возьму, посмотрим. Вот это, кстати, дает пробуждение. Так, я его возьму, на всякий случай еще проверю. Ну и плюс, может быть, подсвечу его красным. Ой, красным, зеленым. Да, черный камень. Это я нормально помню. Но их всего 3, насколько я знаю, этих символов, которые дают черный камень. То есть я их все знаю, в общем-то, грубо говоря, наизусть. Задача просто всех убить. Всего один монолит. В общем-то, есть у меня подозрение, что они все помрут вообще прям почти мгновенно. То есть попробую, может быть, встать куда-то. Наверное, куда-нибудь вот сюда, что ли. Он подойдет ко мне сюда поближе, этот подойдет тоже сюда поближе. Ну, наверное, все-таки всех сразу я убить не смогу. Хоть и хотелось бы так. Или, может быть, попробовать встать куда-нибудь вот сюда. Потом эти два сходят, я пропущу ход, остальные тоже подойдут поближе, и, может быть, даже можно будет завалить их дуговым кнутом. То есть, примерно как-то так попробовать сделать. Может быть, даже лучше сюда встать. Немножко еще урона от этого получить, если он дойдет. А эти точно сюда подойдут. Наверное, так и сделаю. Подставлюсь, но сам при этом завалю как можно быстрее противника. Неплохо, неплохо. В общем-то, поэтому я, в общем-то, эти перчатки и предпочитаю всем другим. Два раза подряд.
Ну, не особо близко противники подошли. В общем-то, в принципе, есть возможность подойти сюда, его пододвинуть поближе и троих сразу завалить. Как-то вот так, ну-ка посмотрим, тут есть какие-нибудь консоли. На этой миссии даже консоли нет, то есть есть подозрение, что достаточно будет просто их всех завалить и все. Так, примерно как-то так. Плюс мне еще где-то нужно вот сюда подойти, чтобы этот точно помер от прямого удара, а этот, наверное, ну потом я его добью чем-нибудь. А этот умрет от вторичного урона. Это, кстати, не помрет, судя по всему. Да, это даже не помер. Ну ладно, ничего страшного. Так, можно ли что-нибудь использовать? Думаю, можно спокойно. Да, наверное, все вообще можно использовать. Сейчас заберу это очко познания и вот это вот добью, наверное, тогда макростабером, что ли. В общем-то, ничего такого серьезного. Кстати, там в одной из миссий была награда механотимбрид исследовательский, который можно извлекать очки познания из противника. Так, что сейчас лучше сделать? Ну, наверное, нужно как-то здесь встать поближе, да, чтобы они все подошли, и я смог сразу же всех накрыть ударом дугового кнута. То есть, грубо говоря, на следующий ход они, по идее, должны помереть. Все сразу, если я все правильно рассчитаю. Попробую вот так вот. Выставлять, наверное, не буду. Надеюсь, и так хватит. Так, а здесь надо пропустить ход, чтобы этот еще подошел. Все, вроде нормально получилось. Так, нужно сейчас только правильно рассчитать, выстрелить в того, у кого больше здоровья. Вот он. Как раз отлично всех накрыл. В общем-то, в принципе, я надеюсь, что этот не помрет. Чтоб я его чем-нибудь другим добил. Помер, то есть повезло мне, конечно, но... Миссия, в общем, оказалась довольно такая, ну, битва. Не миссия, а битва оказалась довольно такая не особо сложная. Так. Следует расположить этой точки, однако из крыла исходит необычайно сильный поток воздуха. Он грозит распылить фимиам, прежде чем выполнить свое священное предназначение. Так. Может быть, разведка? Если перемещение, то это займет время. Перепланировка тоже какое-то время займет. Может быть, разведка, посмотреть, откуда идет. Может быть, к чему-то это приведет положительному. Хотя, может, конечно, и пробуждение дать. Типа, какие-нибудь датчики нас заметят. Ну, я, наверное, разведку все-таки приду. Может быть, чему-то именно, ну, ожидаю чего-нибудь открыть интересного. Отлично, отлично. Прям сразу два черных камня. Очень круто. Так, и в общем-то уровень пробуждения довольно хороший, то есть, может быть, я даже оба символа захвачу. Человеческие кости, следы расщепления острыми лезвиями, примерно оцените количество тел в дюжину. Попробую почтение, наверное, что ли. Или может быть какая-нибудь опасность. Может быть какая-нибудь ловушка. Попробую изучение. Отлично. Инициатива в минус. То есть неплохо. Ну, один символ точно буду открывать. Второй, скорее всего, тоже. Потому что уровень пробуждения будет на двойке. Так, что тут? Ну, вот этот я говорил. Он хороший символ. Это черный камень. Вот этот я не помню, что дает. Его, ну, и рисковать не буду.
Так, черный камень, непонятно что, и тоже непонятно что. Так, как только я сюда зайду, будет уровень пробуждения на 2 подниматься. Может быть, я смогу еще одну зайти. Если я это сделаю, то уровень пробуждения будет на 3, когда я зайду в финальную битву. Одна комната будет не открыта. И у меня будет примерно 5 ходов, чтобы... Кстати, не факт, что я смогу здесь что-нибудь хорошее открыть. Может быть, я подниму уровень пробуждения. Может быть, тогда не стоит сюда вообще идти. Наверное, действительно, не буду рисковать. В общем-то, в принципе, и так все идет довольно хорошо. Лучше не рисковать. Потому что если я не уложусь в 3 уровня пробуждения, допустим, в 4, то мне не удастся забрать еще, ну, сходить еще на один уровень, когда уровень пробуждения будет 99. Так что, наверное, все-таки не буду рисковать. Ладно, фиг с этими комнатами. Черный камень. В принципе, я уже полностью прокачал своего магаса. Ничего такого серьезного. Никакой серьезной необходимости в черном камне сейчас нет. Можно спокойно идти биться. Просканировать или уничтожить. Так, одна консоль точно есть. Так, даже 2 консоли. В принципе, можно было спокойно даже обе комнаты посмотреть, судя по всему. Кстати, вот интересная деталь. Здесь десантная капсула какого-то Space Marine. Какого-то ордена. Так. Ну, я думаю, первым делом... Ну, я буду первый ходить, значит, нужно встать где-то поближе, куда-то сюда. Так. У меня огромное количество очков познания. Я спокойно иду сюда, и здесь, может быть, даже всех сразу развалю, если повезет. Было бы неплохо. Так, что еще? Может быть, даже я сделаю вот так, я здесь встану и захвачу вот здесь вот... А, нет, очко познания я здесь точно захватить не смогу, потому что у меня полная шкала. Наверное, тогда есть смысл, чтобы захватить, выставить парочку сервиторов. Захвачу, потом просканирую сервочерепом. В общем-то, даже, в принципе, 3 можно выставлять спокойно. Даже сюда его поставлю. Насколько помню, в этой миссии... свежеватели, они будут появляться вот из таких вот расщелин. Ладно, то есть много придется здесь сражаться. Так, вот я хотел показать десантную капсулу. Больше других таких артефактов я не видел. Не знаю, если... Ну, я определенно не смог все посмотреть уровни, это 100%. Может быть, где-то еще что-нибудь подобное есть. Так, мне не нравится вот этот вот смертоуказатель. Его я, в принципе, могу довольно быстро завалить, если повезет. Кстати, да, надо не забыть еще про гимны. Про гимны не забыть. Так. Как бы здесь можно было поступить? Но если я бы ударил, как бы... Он просто телепортируется. Использует фазовый двиг. Так. Я его могу убить, только шанс 1 из 3. Потому что у него, скорее всего, 7 здоровья будет. Подойду посмотреть, что тут. По показателям 6 здоровья. Плюс иммунитет на 1 урон энергетического. В общем-то, в принципе, можно попробовать вот так вот его долбануть. Наверное, так и сделаю. То есть потрачу 1 гимн на него как раз, вот на 6. И зарублю его сейчас с топора. Так, дальше самый неприятный противник, это, конечно, вот этот вот. Я его попробую завалить дуговым кнутом, и вот эти еще пострадают немножко. Да, дуговой кнут, кстати, не очень хорош здесь получается. Так, стоит ли его использовать вообще? Я, наверное, попробую использовать еще один гимн на 6 пробития брони. Как бы я не вижу здесь какой-то сложности в этом уровне. Думаю, я и так все здесь справлюсь. Так что, наверное, не буду экономить его. Дубовый кнут сейчас пробьет, нанесет какой-то крупный урон.
Так. Сейчас попробую. Может быть, кого-нибудь из них добить. Вот, допустим, вот этого можно добить двумя механодендритами. Подойду, посмотрю, что у этого по броне. И потом встану рядом с этим бессмертным. Да, у меня дух машины прокачан. Отсюда есть шанс его завалить. Будет. Хотя, может быть, стоит по нему долбануть. Посмотрим, что у этого по броне. Так, что с ним не так? Ты его не видишь, что ли? Что-то не понимаю. Ладно, ничего страшного. Вот этого тогда добью. Механодендритами. Нормально. Этого попробую тогда, наверное, пальнуть макростабером. Этот будет ходить первым. Вот это не очень, кстати, приятно. То есть он, скорее всего, ко мне подойдет. Но я думаю, раз я его не увидел здесь, его броню, он, наверное, здесь как-то застрял. Здесь какой-то баг или еще что-нибудь. Не знаю, с чем это связано. Может быть, он ко мне не подойдет. В общем, встану здесь. Когда воин Некронов начнет движение, он, скорее всего, умрет от духа машины моей. Все, нормально. Пропускаем. Опять уклонение сработало, неплохо. Все, отлично получилось, в общем. Ну, сектор Укджа, он очень слабый вообще какой-то. То есть тут вообще свежеватели наносят урон там один всего лишь по физической броне, то есть даже не пробивает меня. Ну, у них, конечно, рандомный урон там, один с чем-то, но иногда вот они наносят один всего урон. В общем, брони у них иногда даже вообще нету, ну, практически всегда. То есть спокойно умирают. В общем, этот сектор, конечно, не очень какой-то топовый. И босс здесь, кстати, тоже какой-то такой слабый. Так, стоит ли? Да, в принципе, огромное количество очков познания у меня. Выставлю серебро. Тем более, я еще буду получать очки познания просто за убийство их. Так, тут пока, наверное, пропущу все-таки. Здесь, наверное, попробую вот этого тогда развалить. Вот этого вот с топора. А они потом пусть трупы подбирают. Даже не убил его, в общем, ничего страшного. Сами потом с ним разберутся. В общем, сейчас пойду прощупывать тогда, просканировать консоли. Наверняка здесь какой-нибудь скрипт сработает, кстати. Ну, попробую собрать здесь толпу так, что ли, как бы. Так. Наверное, консоль есть смысл уничтожить, чтобы снять уровень пробуждения громницы. Чтобы они бонусов не получали. Блин, два урона, кстати, я не смогу уничтожить. Ладно, фиг с ней. Тогда, наверное, даже тут ничего не буду придумывать. Просто встану рядом с этим некроном.
здесь решил сервиторов расставить рядом с гробницами. Если, допустим, скрипт сработает, они начнут открываться, то я как раз с ними буду воевать. Вот где-то открывается гробница. Вот один есть, отлично. Дополнительный черный камень. Так, тут что? Можно, кстати, попробовать вот этого зарезать. Или вот сюда подойти, допустим. В общем, разница не принципиальная. У него очень мало здоровья. Я его, конечно, не убью. Этого я буду добивать уже магасом. А это вот, наверное, попробую сдвинуться. Если сразу два удара получит, может, даже вообще умрет. Проснулся, двое. Ну, не принципиально, он мне даже урона, кстати, не нанес. Здесь, вот здесь я, возможно, допустил ошибку. Вот этим сервитором надо было, скорее всего, вот этого убивать, чтобы вот этот мой сейчас смог до этого добраться, потому что он находится на грани пробуждения. Ну, ладно, в общем, ничего не поделаешь. Думаю, я его просто издалека сейчас здесь застрелю каким-нибудь макростабером или еще чем-нибудь. Так, на этом буду заряжать дух машины. И вот здесь, кстати, нету прохода. Хотя я не уверен, должен ли он здесь быть, но очень похоже на то, что должен быть. В общем-то, его мне не хватает, чтобы сюда зайти, забрать очки познания, что ли. Так, что еще тут можно сделать? Ну, в принципе, я заряженный дух машины здесь не хочу тратить, чтобы кого-то убивать. Так. Попробую, наверное, до этого дойти, просто посмотреть, что у него тут по броне, чтобы знать, как его можно было потом убить. Отлично, кстати, броня. И здесь я смогу даже добежать сюда. Если он начнет движение, он помрет. Потому что я его завалю с помощью топора своего. В общем, надо еще, кстати, не забыть про гимн. Потратить его тоже надо. В общем, пока не буду этого делать. Здесь просто долбану его с механодендрита. А здесь встану и подожду, чтобы он помер от моего удара. Как-то вот так вот. Так, стоит ли использовать сервочерп? Наверное, не буду использовать, фиг с ним. Так, тут нормально получилось. Здесь. Кстати, вот может быть еще стоило вот этого посмотреть, но у меня здесь прохода не было, я сам себе здесь загородил проход. Даже этот помер. В общем, ничего такого серьезного не происходит. Так, ты пока жди. Здесь, наверное, попробую вот этого замочить, что ли? Ну-ка. Нет, вот этот. Вот это его будет мочить. А я попробую вот здесь его тогда убить. В принципе, даже, наверное, этот просто уйдет. Сюда куда-то. В принципе, не принципиально. Даже, наверное, сюда. Будет добивать его. Скорее всего. Я думаю, я как только эту консоль активирую, здесь полезут свежеватели. Есть у меня такое ощущение. Потому что скрипты почему-то не работают, а я помню этот уровень. Здесь они вылезали. Видимо, они будут вылезать. Именно после того, как здесь консоль будет просканирована. Так. В принципе, здесь можно оставить, как есть. Даже не двигать никуда. Еще одно уклонение, по-моему, оно за эту миссию уже сработало раза три.
за эту, ну в смысле, за эту карту. Даже, наверное, за 4. 2 на прошлой битве, 2 вот сейчас. В общем, отличная штука. Всем советую эту перчатку. Так, тут что делать? Ну тут обязательно нужно сканировать, наверное, тогда. Как раз уже уровень пробуждения подходит. Не стоит тут играть с огнем, мало ли что будет. Вот, то, что я говорил, то есть скриптованные свежеватели здесь. Сразу 3 штуки. Я думаю, я их всех 3 сразу сейчас и попробую завалить. Так. Наверное, встану куда-то сюда, и может быть еще этого некрона задену. Все будет нормально. Так. Наверное, даже вот этих еще просканирую. В плане брони. Нормально. Вот здесь забыл, кстати, разрушить консоль. Третьего он, кстати, не достигает. Необычно. Ну ладно, ничего страшного. Не хватает только оружия, грубо говоря, мне, чтобы тут всех разваливать на куски. 2 у этого 5. Так, здесь я его не убиваю. Наверное, тогда макростабером буду вот этого бить. Так, или вот этого. Посмотрим, сколько будет урона, и потом посмотрю, на кого можно механодендриты использовать. Может быть, если он нанесет 3 или 4 урона, можно будет сразу обоих добить механодендритами. То есть шансы, что я нанесу столько урона, ну 2 из 3. То есть очень большие. Вообще 4 нанес, то есть все, добиваем механодендритами, значит. Так, что еще можно тут придумать? Ну, наверное, можно встать рядом с этим. Как только начнет движение, получит от меня урон. Неплохой вариант. Так, дух машины не заряжен, но я думаю, я смогу использовать против него как раз последний гимн. Вот опять. То, о чем я говорил, то есть очень мало они урона наносят, всего 1 единицу нанес, это очень прям никуда не годится. Еще одно уклонение. Отличная штука. Так, что тут можно сделать? Этих можно завалить, допустим, дуговым кнутом, этого потом зарезать с топора с гимном. Как-то так. Так, наверное, и сделаю. Даже, наверное, поменяюсь немножко местами. Вот так вот буду его бить. То, что этого меньше здоровья, пусть его бьет вторичный урон. А этот, скорее всего, от механодебритов вообще помрет. Все, ну вроде нормально все придумал. Так, здоровье полностью восстановил, все консоли уничтожил, даже сервиторы, кстати, не погибли. Отлично получилась битва.
Это курильница, украшенная окровавленными обрывками человеческой кожи, стены исписаны некронскими письменами, от которых веет святотатством. Осветить. Молитва? Что-то я сомневаюсь в молитве. Может быть, расчистить тогда? Не очень хороший вариант, но когни с огнемета. В общем, когда я в первый раз проходил игру, это было мое самое любимое оружие. Сейчас я еще, конечно, подумаю, стоит ли его вообще брать. Урон намного меньше, чем у макростабера, но он, конечно, по этому бьет, по площади. То есть, например, он был бы очень хорош, я думаю, как раз в секторе у Джао. То есть макростабер здесь за один выстрел бьет по одной цели, а здесь он бы мог сразу толпу свежевателей долбить. То есть, может быть, как раз в секторе у Джао я буду брать когнис огнемет для себя. Тем более он как раз всего одну угментику занимает, наносит дополнительный урон 2 единицы. Дух машины у него, кажется, за 2 хода заряжается, то есть очень неплохой вариант. Так, ну пробуждение уже сейчас не принципиально. В общем, не самая лучшая миссия была, какая-то она была прям совсем уж простая. Ну, в общем, прошел зато как и задумывалось. В общем, на сегодня все.